Чтобы не было вздутия от фасоли, фасоль нужно замочить заранее. Она у меня стоит в воде уже около 8 часов. Я добавляю пол чайной ложки соды. Хорошенечко все это перемешиваем и оставляем еще на 15 минут. Потом эту воду нужно слить, фасоль хорошо промыть и только тогда варить. Также нам потребуется одна морковка. Из копчености это у меня куриная грудка, одна палочка колбаски, одна луковица средняя, помидор через терку домашнего приготовления, а также понадобится кусочек лимона, вернее сок лимона понадобится, соль, черный перец. Все. Фасоль хорошенечко промыл, отправляю в кастрюлю. Набираем холодной воды, чуть выше фасоли, примерно на сантиметр. Первую воду доводим до кипения и сливаем. Подготовим остальные ингредиенты. Лук нужно нарезать кубиком. У меня уже есть два вида супа с фасолью на канале. Ссылочки оставлю в описании. Также очень вкусно. Готовлю их в казане, на улице, на природе, на живом огне. Просто круто, очень вкусно. Если есть возможность выехать на дачу или вы также живете в частном доме, как и я, готовьте. Если вам не безразличен мой канал, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь с друзьями, а также комментируйте, друзья. Мне очень приятно. На живом огне получается вообще круто. Морковку через крупную терку. Как я и говорил, первую жидкость сливаем. Первую воду слили, вторую залили. Теперь можно заняться зажаркой. Многие меня спрашивают, что делает сода. Что делает сода с фасолью? Убирает вздутие, дорогие друзья. То, что нужно замочить, замачивание – это быстрая варка, дает быстрой варке самой фасоли. А сода снимает вздутие, убирает именно тот концентрат фасоли, чтобы не было вздутия в нашем организме. Так, отправил в сковородку на плиту, добавляем немного масла, примерно столовую ложку. Как только масло нагрелось, отправляем лук. Лук обжариваем до золотистого цвета и потом только отправляем морковку. Пока поджаривается наш лук, можно нарезать нашу мясную продукцию. Все, наш лучок немного подзолотился. Отправляем морковку. Освобождаем колбасу от пленочки. Не уверен я, что она прям натуральная. Лучше я ее удалю. Колбасу нарезаем брусочками. Морковь с луком у меня обжаривается на мелком огне. Не забываем перемешивать. А то так увлечься можно нарезкой колбасы. И что-то у нас перегорит. Поэтому обязательно нужно быть внимательным, чтобы у нас супец получился очень вкусным. Нарезал пол палочки колбасы. Думаю, будет достаточно. Сейчас нарезаю уже куриную грудку. Колбасу и куриную грудку отправляем в зажарку. Добавим гастрономического вкуса при обжарке грудки и колбасы.
пора отправлять наши томаты через терку. Если нет домашних томатов через терку, можно также использовать томатную пасту. На такое количество не добавляйте даже полную столовую ложку, чуть меньше. Все, наша зажарка готова. Выключаем нагрев и ждем, пока приготовится наша фасоль. Спустя 45 минут после закипания фасоль готова. Присаливаю. По желанию можно приперчить. И отправляем зажарку. Представляете уже, да, какой супец получился? Минимум ингредиентов, а конечный результат просто супер на самом деле. Рекомендую, ребят. Очень полезный и вкусный супец. Добавлю немного лимонного сока. Добавляю хороший пучок укропа свежемороженого. Придать немного красок и вкуса нашему супу. Ну вот и все, суп готов. Накрываю сейчас крышку, дам ему 5 минут еще настояться и буду подавать. Будем пробовать. Очень ароматный наш супец, конечно, получился. Такое ощущение, как будто готовил на костре. Что значит, копчености придали свой аромат.